День Огудневской земли – всегда радостное и теплое событие. Это прекрасный повод для встречи с друзьями, родственниками и земляками. Праздник помогает поддерживать связь с родным краем. Гости побывали на выставке поделок народных умелец, где полюбовались их роскошными вышивками, вязаными салфетками, картинами, украшениями ручной работы и другими изделиями. По доброй традиции к жителям и гостям деревни с поздравлениями обратился руководитель Огудневского территориального подразделения Николай Сорокин. Он выразил благодарность самым активным и неравнодушным жителям и вручил им подарки. Хочу поздравить вас от имени главы городского округа Щелково Булгакова Андрея Алексеевича, пожелать всем добра, счастья, такой солнечной погоды, не только как погода, а и в личной жизни то же самое, и семейной, чтобы было больше радости, больше улыбок, чтобы в каждой семье был достаток, чтобы наш городской округ Щелково, наше сельское поселение и дальше динамично развивалась. Концерт открыла молодежная команда Центра культуры и досуга Гребнева. В гости к огудневцам заглянули также коллективы из домов культуры Душонова, Богослова, Гребнева. Сейчас наши дамы демонстрируют вам галоп. Галоп – это самый быстрый аллюр из всех аллюров для лошадей. На спортивной площадке жители участвовали в состязаниях, а на местном стадионе прошли показательные выступления конно-спортивного клуба. Праздник получился по-настоящему душевным и незабываемым. Мария Синина, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.